Нет сигнала. Такое уведомление появляется на экранах телевизоров у многих жителей республики при включении местного телеканала. Телевидение для наших граждан остается главным оперативным источником актуально значимой информации. Поэтому жалобы поступают как от жителей сел, так и столицы. Частое отсутствие телесигнала и словосочетание «плохой сигнал» стали одной из часто повторяющихся фраз и для жителей Знаурского района. По их словам, местный телеканал не вещает уже больше недели. Ситуацию попытались разъяснить в государстве унитарном предприятии телерадиосети. По поводу отсутствия вещания канала КТРК ИР на территории Знаурского района могу сообщить, что сигнал на объект Молда, который вещает на весь Знаурский район, принимается радиорелейными станциями с объекта Паук. Дней 10 назад произошла авария, вследствие чего радиорелейные станции вышли из строя. В ближайшее время мы опять собираемся, наверное, сегодня, попытаться еще раз добраться на машине МЧС, тоже ГАЗ-66. И, наверное, если мы доберемся до места, мы отремонтируем эту аппаратуру. Поэтому вещание будет восстановлено в ближайшее время. Иными словами, возможности оперативного ремонта поломки не было по причине отсутствия дорожного сообщения. В ведомстве также уточнили, что сигнал был утерян на промежутке вышек Паук с Ханевальского района и селения Малда с Наурского района. Неоднократно, раза 3-4, мы выезжали на объект, но не смогли добраться. Были попытки добраться туда пешком, но вследствие того, что у нас с собой бывает тяжелая аппаратура для ремонта оборудования и также запасные части, мы не в состоянии донести их до объекта. Дороги не расчищены, что на Молду, что на Паук, поэтому у нас нет доступа в данный момент на эти объекты. Поэтому у нас просьба главы администрации выделить какие-нибудь спецсредства, грейдеры, тракторы, чтобы расчистили дорогу. Мы могли добраться до объекта и отремонтировать неисправную аппаратуру. Другим вопросом является частый плохой сигнал 20 федеральных российских телеканалов. В большинстве случаев виной этому изношенная антенна, ее неправильное направление на сигнальную вышку и поломка кабеля. На объекте «Паук» у нас стоят мощные передатчики мощностью по 500 ватт каждый мультиплекс. Поэтому уверен, в любой точке Ханевальского района она принимается уверенно. Бывают, конечно, моменты, что у некоторых людей стоят старые антенны или вышли из строя, или, как говорится, износились кабели. Поэтому у некоторых людей, когда бывает плохая погода, может пропадет сигнал. Поэтому просим вас поменять или антенны, и в том числе и кабеля. И направить, как говорится, на объект «Паук». В большинстве случаев работники ГУП телерадиосетей устраняют проблему на месте. Связаться с ними можно, позвонив на стационарный дежурный номер 450314. Просим вас обращаться по дежурному телефону 450314. Возвращаясь к теме отсутствия сигнала телеканала ИР в Знаурском районе, в ГУП телерадиосети нас заверили, что причина поломки будет выявлена и устранена в ближайшие дни. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.